Всем большой-большой привет. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь. Все будет интересно. Сегодня у нас вот такие куриные рулетики с творогом. Очень вкусные. Замечательные. Не бойтесь использовать творог. Очень сочетается с чесноком. И получается вот такая вкуснота. Кому интересно, смотрим, как готовить. Готовим рулетики, очень вкусные, быстро готовятся. Нам понадобится две грудинки, делим их пополам, отбиваем, я эти мелочи не показываю. Теперь их приправляем, соль, приправы для курочки, жареная паприка, прям растираем. С обоих сторон, с обеих. И пускай постоит. С этой стороны и переворачиваем, то же самое повторяем. Приправы, что вам нравится. Нам понадобится еще 200 грамм творога, 250. И 4 зубчика чеснока. Очень хорошо сочетается творог с чесночком. Пол чайной ложки соли. Все перемешиваем. Грудка промариновалась. И сейчас будем сворачивать рулет. Очень вкусно с творогом. И мясо хорошо сочетается. И творог с мясом. И чеснок. Рулетики промариновались. И где-то так столовую ложку полную выкладываем. Не жалеем творог. Творога. На край. И сворачиваем. Вот что получилось вот так. Теперь наши рулетики обкатываем в муке со всех сторон. В яйце. В сухарях. Вот так вот, чтобы они не разлезлись при жарке. Выкладываем наши рулетики на сковородку. Со всех сторон обжариваем слегка. В духовке будем их допекать. Со всех сторон обжариваем. Включаем духовку. 180-190. Вот какие они красивые получаются. Еще чуть-чуть, по чуть-чуть буквально обжарить. Выкладываем на противень, которым будем запекать. И теперь в духовочку, в разогретую, ставим минут на 20, 190 градусов. Вот наши рулетики готовы, посмотрите на них, какой аромат стоит. Очень сочетается чеснок, творог и мясо. Поверьте, это вкусно. И быстро. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Всем пока-пока.